Так, ну ремешок, в принципе, я уже давненько поменял, я уже все собрал. Не было времени снимать, надо было в одно место съездить. В общем, в принципе, кто это уже делал, ничего смертельного в этом нет. Сами знаете. Сейчас покажу. Блин, жалко, не видно. Короче, ремешок взял Континенталь. Сейчас где-то коробочка с него. Вот такая вот коробочка. Для полторашек 16-клапанных. Вот он, короче, старый ремень. Сейчас я хотел тут прикольчик один показать. В общем, снимал, в принципе, сразу метки поставил. Ну, вот видно маркером. Это получается распредвала. Это коленвалы. Вот. И где-то тут ролики не менял, помпу не менял, потому что, короче, бюджет ограничен. Ну, вот ремень вот приблизительно вот таком вот состоянии. Но это еще не самое плачевное. Где-то тут вообще был такой прикольчик. Сейчас попытаюсь найти. Сейчас. Ну, в общем, не важно. Короче, амба ему была полная. А, вот. Видно, короче, да, что тут именно ночь. Так, взял еще там товарищу, тоже помог. На приоре, короче, фишка такая, в общем, строит он приорика. Вот, я у него запчасти позабирал. В принципе, короче, все это продается. Шестерни новые. Ну, то есть там приорик вообще новый. Буквально там, не знаю, пробег 5000. Сами видите, короче, вся эта бода новая, если надо будет, короче, могу продать. Ролики, в принципе, тоже проверял, состояние вообще нормальное. Вот. И плюс еще ко всему, короче, шестерня коленвала, вся бода, помпа тоже, ну, в принципе, я же говорю, она, ну, вот именно с этот, с его тачки, только буквально сняли. Вот. И плюс ко всему еще валы. В принципе, как бы без разницы, подойдут и на шестнарь. Ну, в смысле, на шестнарь обыкновенный, если кто-то собирает. Вот вам уже валики, шестерни, помпа и ролики натяжные. Еще и ремень, короче, в придачу. Вот. Так что, если надо будет, обращайтесь. Сейчас заведу, послушай, как работает. Так вот. Шестнарик. В принципе, короче, лёцает. Все нормально. Ну, он даже меточку поставил, короче, на всякий случай. Ну, а в дальнейшем, в принципе, когда деньги появятся, можно будет все остальное поменять. В общем, а, что еще забыл. Попутно заехал, поменял подушку. Ну, короче, сайлентблок этот. Смысл в чем, короче, этот сайлентблок, он отдельно продается, но очень тяжело найти. А почему тяжело? Потому что людишки у нас сейчас хитрые. В стране, как бы, именно движняк. Вот. Ну и, короче, каждый зарабатывает как может. Начали базарить, что они продаются, как бы, ну, сайлентблок там похожий, как на подушки КПП. Ну, вот они и начали, короче, гнуть. Ну, в принципе, вот так вот это и все новости. По запчастям можете ко мне обращаться. Ну, так вот, в принципе, потихонечку ковыряюсь. Все, всем удачи, всех с праздниками. Покедова.